Хорошо. Ну чем поработала? Инсенситив. Пела, скажи честно. Булочки нюхала. Нюхала булочка? Булочки. Замечательно. Получилось? Потихоньку. Давайте сейчас поем. Получается, все хорошо. Ничего не будем делать. Все нормально. Угу. Давай. Туда. Булочки нюхала, это хорошо. Давай. Сейчас ты экспериментировала, прям переживала за тебя. Ты очень, да, ты очень многие фразы спела на одном дыхании, но ты справилась. Это, конечно, было замечательно, но это большой риск. Это большой риск. Но ты прямо вот, вот. Тебе когда хватает? Ну, тебе в большинстве-то своем хватает. Ну, иногда чуть-чуть не хватает, но это не Но это не видно, потому что ты это отыгрываешь. Ты молодец. Потому что ни в коем случае, ну было там в одном месте ты что-то сдвинула. Да, что-то у меня с это, мне кажется, мне не туда спела. Не туда спела. Но в начале-то, первая эта фраза, то, что мы все-таки работали и убирали, подвигали, она не получилась. Ты тут булку совсем даже не понюхала булку. Ты там прям забыла совсем про булку. Растерялась, совсем забыла. И начальная, это точечка-то, вот они твои кукушечки все. Ноточка. Прямо за ночь. Сразу. Прямо ее, прямо уколи ее. Суетишься. Прямо тоже. Извините за мой английский. Пошли.
первую строчку укороти. Ну так вот, вспомнила. Еще пометь себе, укороти. А если тебе 30-го спеть инсенситив фонограммы? А у нас фонограмма без модуляции. Надо попробовать. Ну что? А ничего, что я на цене понимаю? Ну и что? Надо попробовать, и потом я тебе модуляцию могу сделать, я отрежу кусок, смодулирую его и приклею. Это все делается элементарно. Александрович, вы же знаете, как это делать? Угу. Я всегда так делаю. Потом просто нужно очень ювелирно это состыковать. Я тебе сделаю, Диана. Но я сегодня не поняла, но я уже не первый день не понимаю. Что ты сделала с импровизацией? Почисти. Она тычковая получилась с закрытым ртом. Но она... Вы заметили? Нет, что-то не обратили внимания. Не обратили внимания? Сыграйте. Иди сюда. У тебя что ты там натворила? А почему ты так стала петь? Нет, ну какие-то же должны быть мысли у тебя. Ты сейчас же слышала, я все очень так спокойненько, так плавненько. А? Певица, конечно, я сегодня не особо. Вчера на улице работала, поэтому посадила голос. Еще раз очень давай. Прям спокойно. Садись на жердочку. Давай, рассказывай мне здесь. Давай, прям спокойно. Только не резко, сразу. Вау! Вот это вот крещендо. Постепенно его. И все. Вот только это. Остальное все хорошо.